Приветствую вас, друзья! Сегодня я хочу обсудить с вами такую немаловажную тему, как сохранность личных данных в социальных пабликах. В первую очередь, каждый пользователь должен понимать, что привычные нам соцсети не обладают абсолютной защитой от взлома и утечки пользовательских данных. К примеру, даже такие гиганты, как Twitter и Facebook, иногда подвергаются удачным кибератакам. Предлагаю вашему вниманию несколько несложных правил, следуя которым вы увеличите уровень безопасности личных данных в ваших социальных сетях. Правило номер один. Не используйте простые и повторяющиеся пароли. Типичный пользователь в обстоятельствах нехватки времени или банальной лени вводит простой или универсальный пароль для всех своих аккаунтов. В итоге простота вашего пароля может привести к повышенной вероятности взлома вашего аккаунта. А если вы при этом указываете универсальный пароль для всех своих учетных записей в различных социальных сетях, то это вообще джекпот для мошенников. Так что не ленитесь придумывать сложный и уникальный пароль для каждой своей учетной записи. Правило номер два. Настройте более усиленную защиту. Говоря об усиленной защите, я имею в виду двухфакторную аутентификацию. Используя данный инструмент, вы значительно уменьшаете вероятность взлома вашего аккаунта. Правило номер три. Меньше публикуйте конфиденциальную информацию о себе. Опять же, это простой способ защитить себя. Вы должны анализировать, какую информацию вы собираетесь опубликовать в своей новостной ленте. К примеру, не нужно публиковать о том, что вы выиграли крупную денежную сумму в лотерее. Это, несомненно, может привлечь внимание преступников. Правило номер четыре. Регистрируйтесь в децентрализованных социальных сетях. Децентрализация уменьшает вероятность взлома личных данных, так как ее технология предполагает хранение личных данных на множестве разных устройств, а не в одном месте на конкретном сервере, что сильно усложняет задачу мошенникам. Примером социальной сети, где будет использоваться децентрализация, является амбициозный проект Social. В Social ваши данные будут находиться не только в большей безопасности, но вы еще и сможете свободно выражаться, не опасаясь при этом цензуры, которая, к сожалению, стала нередким явлением в централизованных социальных сетях. Таким образом, друзья, выполняя вышеперечисленные простые правила, вы многократно уменьшаете возможность утечки личных данных. Ну а на этом все. Надеюсь, мои советы принесут вам пользу, больше информации об амбициозном проекте Social по ссылкам в описании под данным видео.